Музыкант, выросший в семье литераторов, автор-исполнитель русского шансона Сергей Любавин знаком слушателям благодаря композициям, наполненным есенинской лирикой. Со своей концертной программой певец выступил в четверг вечером во Дворце культуры Распадский. Этот вечер он посвятил женщинам. Пел о любви к ним, об искренних и проникновенных чувствах и даже дарил цветы. Некоторые зрители не смогли усидеть на месте, танцевали прямо возле сцены. Млечные звезды, маяки. Зал хором подпевал Сергею и просил исполнить полюбившиеся песни «Прощание с Исидорой», «Мадонна», «Дай мне огня». Кстати, Любавин хоть и столичный житель теперь, но прежде всего наш земляк. А родной город артиста – Новосибирск. А в Кузбасс раньше приезжал не с гастролями, а на соревнования. Междуреченской публике очень понравился концерт, а Сергею очень понравились зрители. Я сначала тоже опасался, думал, ну, Кузбасс, там, Шахтерский, здесь очень понимают и ценят творчество Есенина, Лермонтова, других поэтов. Ну, вы сами видели, как реагировали на романс, как реагировали на есенинские какие-то вещи. И я очень рад, что люди все-таки читающие здесь живут, тонко чувствующие, и вот это вот всегда приятно.